Привет из Нью-Йорка. Мы на пляже Брайтон. Сейчас пойдем окунемся. Я ни разу еще в этом году ноги не окунал. Сейчас 8 июля 23 года. Вон Атлантический океан, а вот я. Буквально пару часов я провел на пляже. Погода была очень хорошая, теплая. Море мне очень понравилось. Я очень люблю слушать шум волн. И вам тоже советую сгонять. Помните «Орел и Решка»? Что-то про Настю писали. Народу очень много. Посмотрим. Я не люблю холодную воду. Мне будет холодно. Да, прохладная. Вы знаете, теплее, чем на Банном. Кто в Магнитогорске живет, знает Банное озеро. Так вот, здесь теплее. Я не люблю людей снимать, мне как-то неловко. Там Кони Айленд находится и аттракционы. А вот Брайтон. Там Кингсборо Колледж, где я учился, в той стороне. Слушайте, тепло очень. Привыкаешь быстро. Очень быстро привыкаешь. Так, живот втянуть. Я опять забыл. Слушайте, тепло. Я мерзляк, а очень тепло. А когда окатывает, не очень. Камера воду непроницаемая, но мочить не хочу. Потому что все-таки это соленая вода, потом надо будет мыть в обычной, а в рюкзак еще камеру убирать. Красиво, да? Слушайте, вода очень теплая. Даже я, мерзляка, чувствую себя хорошо. Прям вообще тепло, слушайте. Надо же. Я не мерзну. Обычно я мерзну. Не, ну я стою на цыпочках. Обманывать не буду. Все нормально. По пояс зашел. Смотрите, люди вон плавают, отдыхают дальше. Красиво так. Прям даже говорить ничего неохота. Ладно, вылазим. Камеру уберу и потом пойду поплаваю. Правда, тепло. Кто еще не был на пляже, то приходите, очень теплая вода. Даже я, мерзляка, чувствую, что здесь очень тепло. Хотя лето было прохладным. Я удивлен, что вода теплая. Пошлите на выход.